наступающим Новым годом. И сегодня мы будем создавать новогоднее настроение. Будем вам создавать материал для обучения ваших групп и, естественно, новый контент. Меня зовут Ксения Неверков. И вместе с вами мы сейчас будем изучать новогоднюю связочку под новый кадр на Jingle Bells. Давайте ее посмотрим и будем танцевать. Левой ноги мне так проще, с тряской в груди. Есть. Далее мы идем, разворачиваемся в диагональ, делаем три сброса. Раз, два, три. Разворачиваемся через спину. Раз, два, три. Доворачиваемся полный круг или два, как вам удобнее. И делаем подпрыжку. Там будет такой, хей, подпрыжка. Итак, далее. Мы подготовили левую ногу для косички, змейки, кому как удобно называть это упражнение, можно с эртаки. Это закручивание таза на шаре. Веревочка еще одно название. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Начнем сначала. И вступление. Дальше раз, два, три, четыре, 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 поворот, хей, раз, два, три, четыре, оттяжка, руки вверх, разворот спиной, удар с подряхом, удар с подряхом. Ручки вниз, на шиме, на носочках, разворачиваемся. Резкие руки вверх. Начинается уже следующая часть, логическая, связки. Что мы делаем? Мы чуть-чуть подрабатываем кистями и делаем два ключика. Раз, два. И хорошую каракатицу. Далее мы выполняем такую связочку. Ее особенность именно в руках. Посмотрите сначала на ноги. Что мы делаем? Мы делаем приставной шаг с полукругом бедром. Раз. Готовимся для второго, а на нем мы разворачиваемся. Раз. Развернемся. Да? Раз. Разворот. Раз. Разворот. А здесь фишка в том, что руки одновременно с бедром делают полукруг. Вот так. Раз, разворот. Раз, разворот. Далее мы уже готовы идти в правую сторону. Левая ножка у нас свободная.
мы делаем два варианта. Либо мы делаем верхний маятник один, раз, два, три, медленный один, раз, два, три. Либо два быстро, раз, два, три. А раз, два, три это сброс. То есть раз, два, та-та-та, раз, два, та-та-та. Мне такой вариант нравится больше. Итак, далее мы делаем бочку, трясочка грудью и идут акцентики. У вас три варианта. Можете хоп-хоп, либо хоп-хоп, либо хоп-хоп. И у нас ручки уже сразу должны быть готовы для следующих ключиков. Мы опять повторяем те же ключи, только будем делать их уже с продвижением. Еще раз. Так, с момента. Давайте с веревочки. Раз, два, три, четыре. Хоп, хоп, руки вверх. Та-да-да. Та-да-да. Вниз. Та-да-да-да-да-да-да. Вверх. Раз, два. Хорошая гора катится. Далее. Раз, разворот. Два, разворот. И раз, два, та-та-та. Раз. Два, та-та-та, и бочка, пам-пам, или пам-пам, либо пам-пам, как вам нравится. Начинаем следующую часть. Здесь уже начинается активный припев. Мы делаем ключики уже более активные и добавляем немножко движения. Ключ с продвижением делается на перемещении стопы. То есть раз, переместили стопу, два, переместили стопу. Либо можно сделать вот так, да? Либо можно вот таким переступом. Тоже как вам нравится. Давайте с переступом. То есть ключ подступили. Ключ подступили. И раз, два, и волна. Далее удар в сторону с поднятием руки. Удар в сторону с поднятием руки. Разворот. Трясочка грудью. Хоп. Мы вырастаем на носочках. Отводим таз назад. То есть мы не прогибаем все-таки перлордоз, а просто отводим таз назад, а корпус вперед. Далее у нас идет проходка. Скрестный удар. Скрестный удар. Поворот. Ручки в миноре. Далее на волне. То есть такая легкая шоссе. Шка. На волне. Поворотов можете сделать два. Сложили ручки, как в Golden Lily. Сделали раз восьмерку, два восьмерку и небольшой круг бедром, не грудью. Далее, если вы хотите сами продолжить или, допустим, развести на группу, дальше вы можете сделать, чтобы одни девушки остались в этой позе стояли, либо просто легкий ключик набивали, а по очереди другие девушки что-нибудь вытворяли далее по стилю связки и менялись местами. Ну что ж, изучайте на здоровье, надеюсь, вам материал пригодится. Встретимся уже на курсах и мастер-классах. Пока!